Всем привет! На днях произошло пренеприятнейшее событие. Дело все в том, что я уронил свой iPhone. И не просто уронил куда-то, а на самый натуральный бетонный пол. Я не Вилсаком, который бьет телефоны каждую неделю. Поэтому бюджет мой ограничен. Но покупать телефоны каждый раз по сотке, я считаю, это перебор. И поэтому с появлением 11 Pro я решил приобрести себе чехол. И на мое удивление, чехол меня спас. Но чехол сам не уцелел. О чем я расскажу подробнее. Купил я его в октябре прошлого года, сразу вместе с iPhone, ни много ни мало за целых 299 гонконгских долларов. И кто бы мог подумать, что уже через 6 месяцев с ним придется расставаться. Он служил мне верой и правдой, защищал мой смартфон. Несмотря на то, что я не люблю носить чехлы, очень привык и стал относиться к нему как к красивому и модному аксессуару. Плюс он еще и защищает не только сам iPhone, ну и его экран за счет выпирающих бортов. Мне его будет очень не хватать. Вы видели эту трещину? Это просто невыносимо. Как я могу дальше пользоваться таким чехлом? Пришлось заказывать новый. Благо Apple выпустил он целых 3 новых цвета. Я свой выбор остановил. А на чем я остановил свой выбор? Смотрите дальше. Не теряя времени, захожу на сайт Apple в раздел «Аксессуары». Там выбираю нужную мне модель чехлов, так как другие не подойдут. И сразу вижу – новинка. Целых 3 новых цвета. Дикий кактус, розовый грейпфрут, синяя волна. Пожалуй, остановлюсь на последнем. Смущает только одно. На момент снятия видео возможность доставки данного чехла на сайте Apple от 2 до 3 недель. Я столько ждать не хочу. Пришлось обратиться в другой магазин. А теперь займемся распаковкой. Ничего нового, стандартная упаковка Apple для силиконовых чехлов. Что-то не очень поддается, но никуда не денется. Сейчас вынем. Где мой iPhone? Давайте примерим. Снимаю свой старый чехол, он нам больше не нужен. Кстати, хочу заметить, оригинальные чехлы Apple очень легко как снимаются, так и надеваются. Вот как-то так. Пишите в комментариях, что думаете по поводу нового моего чехла. Я очень доволен остался синей волной, но это, согласитесь, классный, веселый, прикольный цвет. Но я пошел дальше и купил себе точно такой же еще один новый белый чехол. Но мое удивление не было предела. Когда я забрал свой новый чехол и сравнил его со старым, он оказался белее серого, а этот чехол оказался серым. Я подумал, это как-то неправильно, надо помыть под краном и посмотреть, что из этого выйдет. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, и чернеет зубочистка, а любуйся на тебя. Отмыть его не удалось. Теперь у меня есть белый и серый чехол. Как итог, одевайте свои телефоны в чехлы, берегите себя и подписывайтесь на канал, ставьте лайки.